Вот вы знаете, где-то 1,5-2 года назад, когда я узнала, что такое вебинары, что онлайн-обучение, и первый раз я поприсутствовала на вебинаре у Артема Богданова, где стала узнавать вообще это методе и все. Вот. И мои первые ощущения были, было такое ощущение, что как будто я съездила на какое-то обучение. Либо в Новосибирск, либо в Красноярск. Я живу в городе Ачинске, это Сибирь, Красноярский край. Вот. И после таких встреч, конечно, спать не могу. Постоянно мысли, голова работает. Может, это и неправильно. Ну, теперь конкретно по теме. Мы в свое время начинали работать по этой системе ПРО, но мы ее забросили, потому что мы ее не ввели, скажем так. У нас на каждом пункте о том, что я сейчас во время обучения на этом курсе изучаю, у нас везде хромало все буквально. Сейчас я вижу наши ошибки, и постепенно я, правда, сейчас сама где одна провожу встречи один на один, либо вот мой новый новичок, который включился, тоже мама с двумя детьми. Вот, поэтому, что конкретно, когда мы собрали первую планерочку, и Наталья нам дала план, кто за что отвечает, и своя история. Если честно, я так давно не рассказывала свою историю, что я просто долго голову ломала, а что же говорить, потому что уже давно в Орифлейме все это наезжено, объезжено, и буквально сегодня перед нашей встречей за 2-3 минуты я набросала на бумаге свою историю. Поэтому думаю, что мне это удалось, все получилось. Ну и буду в дальнейшем улучшать и действовать, потому что здорово. Спасибо, Наталья, вам.